Добрый день, друзья! Давайте сегодня поговорим о предназначении. У кого-то это слово вызывает благоговейный трепет. Да, это предназначено мне, я исполню в этой жизни или не исполню. А у кого-то предназначение вызывает, ну как-то это предназначено кем-то, вы что, с ума сошли? Я должен исполнять чьи-то там указивки? То есть реакция на слово предназначение абсолютно диаметрально противоположная. И взять и игнорировать это слово, типа этого нету у нас в подсознании, в психике, ну, наверное, глупо. Поэтому давайте разберем вот сам процесс, из чего состоит предназначение. Ну, назвать это процессом сложно, но поэтапно вот блок информационный такой под названием предназначение у нас есть. Как рождается предназначение в психике и как оно формируется? И то, что мы на выходе, потом называем предназначением. Смотрите, когда мы входим в игру под названием «Жизнь», мы приходим познавать грани любви. Разные. То есть у каждого из нас есть так называемая струна, частотник, частотная струна, на которой мы находимся. И частота этой струны задается тем, какой вариант любви мы выбрали проживать. Для кого-то любовь – это страдание, у кого-то любовь – это утешение, у кого-то любовь – это служение, у кого-то это забота, у кого-то это семья, у кого-то это свобода, у кого-то это... Другие грани, их очень много. Но вот смотрите, любовь – это свобода, и любовь – это служение. Чувствуете, насколько будут диаметрально разные жизни? И каждый человек вот сейчас в подтверждении моих слов может задуматься и просто проанализировать, просто умом проанализировать свою жизнь. А на какой струне строилась моя жизнь? И знаете, очень многие смогут отыскать и сказать, да, это действительно, у меня вот красной нитью проходит вот эта программа. А это программа. Это программа, которая запускается в нас в инкарнационном цикле. И на жизнь, как правило, у человека одна такая программа, и человек проживает одну такую жизнь. Но есть люди, которые доперли, и которые увидели, вот они познали вот эту многогранность любви, вот в этот аспект конкретный, и они могут взять другой, могут взять третий. Как правило, берут автоматически, берут следующий, что у них идет по их пазлам. То есть, грубо говоря, картина мира их не заполнена полностью, у них отсутствуют файлы, в которых должно быть познано это, и таким образом формируется вся картина мира человека целостная. Вот там, где целостности не хватает, то человек и будет проживать. И проживать, если у него не хватает ума, то он будет проживать это на собственном опыте. А если у него все-таки мозги немножко есть, он может это прожить на опыте других людей. То есть что мы делаем на наших семинарах с отработками? Мы проживаем чужие опыты, чужую боль в наблюдении, опять-таки через чувствование, через осознание. То есть весь процесс присутствует, но тогда тебе не надо проживать все это самому, а себе оставь самое вкусное на закуску, потому что любовь – это и интерес, любовь – это счастье, любовь – это солнце, любовь – это свет, любовь – это материя, любовь – это сознание, любовь – это все. Но когда мы говорим «любовь – это все», мы получаем кучу малу, которую подсознание так хлоп, скрепляет и говорит «все – это ничего». Начинаем игру заново. И заново начинает строить пазлики. Что такое любовь? Как камешки собирать? Как картинку выкладывать? И так далее. Понятно, у каждого есть такая струна, которая вибрирует. Как сделать так, чтобы эта струна завибрировала? И вот здесь очень классный инструмент, просто классный, так как он завязан с интересом, потому что любовь, струна вот эта строится на интересе, луч внимания зацеплен за интерес, то первичное, что запускает вибрацию струны, это ценность. Ценность. Если для тебя любовь – это свобода, тогда ты будешь познавать ценность свободы и ценность несвободы. Если для тебя любовь – это семья, ты будешь познавать ценность семьи и ценность отсутствия семьи. Если для тебя любовь – это служение, ты будешь познавать ценность служения и ценность отсутствия служения. То есть крайности. Вот эта вот вибрация, она строится на ценности. И самое интересное, когда в людях вот эти программы активны,
то человек вибрирует на ценность того, что он познает. Вот, например, малейший пример, который сегодня прямо перед стримом я одобряла комментарий. Наталья, вы любите обесценивать всех. Человек видит во мне человека, обесценивающего всех. А это значит, человек реагирует и вибрирует на обесценивание всех. А это значит, у него запрошена игра во всех, кроме себя, с обесцениванием этой игры. И поэтому у него идет вибрация. Понимаете? Это не значит, что я такая. Я для человека вообще из другой галактики. Это не моя реальность. У меня свои обесценивания. У меня свои проживания, свой опыт, даже свои травмы. Я такой же человек в таком же теле. Но у меня своя страна, и у меня свои цели познания в этой жизни. Соответственно, возвращаемся. Для того, чтобы сформировалось предназначение, надо, чтобы был выбран аспект познания игры, жизни, любви. Будут крайности. И в этом аспекте познания надо, чтобы было запущено обесценивание. Или преувеличенная ценность. То есть струна начала вибрировать. Прекрасно. За струну зацеплен интерес. Почему ценность? Потому что будет выгода или действительно интерес. Интерес же тоже звенит. И таким образом струна постоянно шатается, двигается. Ваше внимание прикреплено к чему-то, к какому-то опыту проживания. И для того, чтобы вы меньше могли оторвать внимание от чего-то внешнего, тут есть два фактора, которые тоже работают. Если изнутри наше подсознание прикрепляет наше внимание, то, как правило, это интерес, боль. А если снаружи, то находится персонаж, который говорит: «Бог снаружи, встань на колени, помолись, раба, это написано там в такой-то суре, или это написано в таком-то священном писании, и это написано там-то, и это кто-то написал, и ты должна этому следовать», и так далее. То есть извне, как правило, религия, а в современном обществе наука выполняет вот эту функцию зацепа внимания для того, чтобы натянуть струну и заставить ее звенеть. Звенеть так, как надо. Но на самом деле вот уже и религия, и наука придут на запрос человека, потому что ему надо подтянуть струну, и не кто-то подтягивает его струну. Это он подтягивает свою струну для того, чтобы осознать вот эту ключевую запрошенную программу. И вот смотрите, можно на каждую программу проживать отдельную жизнь, и быть уверенным, что ему предназначено кем-то, потому что уже религию запустил, да? А можно самому менять, научиться ценить то, что имеешь, осознать, зачем ты это проживаешь, и осознать вот ценность всего, что ты имеешь в материи. И смотрите, вот с этого момента, когда у человека начинается такое восприятие, то есть только я целостная, все остальное строю я, дальше, естественно, задается вопрос. Если вы все-таки когда-нибудь придете к такому восприятию, это будет очень здорово на самом деле, потому что это значит, вы переходите в другую часть игры, на другую, делаете другой шаг на другую платформу, на другую игровую карту. Если есть я, и я полностью выстраиваю свою реальность, то как я это делаю? Блин, ну как-то ж я это делаю. Я смотрю этот фильм в моменте здесь и сейчас. Я пишу этот фильм в моменте здесь и сейчас. Но момент здесь и сейчас меня пишущего и момент здесь и сейчас меня проживающего не совпадает. За счет чего? За счет разделения. Пишем мы следующую жизнь, а проживаем текущую. Прикиньте. А между этим, вот две грани зеркала, а между этим лежит память, которая будет стерта в инкарнационном цикле. Иначе, если вы такие умные становитесь, так, любовь – это ценность, это семья там, да? Я познаю ценность семьи, без семьи я осознаю, что мне надо, я выбираю это. Любовь – это свобода. Я познаю вот отсутствие свободы, вот есть свобода, я выбираю вот это, то, что мне надо. И таким образом вы можете за жизнь сложить миллион пазлов, просто прожив и отработав опыт других людей, как мы это сделали в своей работе в инфодайвинге.
И все, вы закрыли этот кусок картины. И, а во что играть будем, товарищи, если вы остаетесь в автоматизме? А автомат как бы немножко зависает, начинает подглючивать. А что вам подбрасывать? Так вот, для того, чтобы автомат не глючил, надо вот эти все вещи чувствовать, осознавать. И мы понимаем, что сотрется память. Мы понимаем, что мы формируем следующую жизнь. И мы понимаем, что вот это мы можем вот в этой жизни уже осознать, дабы не перекидывать туда. Вот это залог молодости. Но это надо научиться видеть. Научиться это видеть, вот эти моменты переброски информации, это не третий глаз во лбу, ну никак. Это момент, когда мы учимся читать жизнь. О чем мне это? О чем мне это? О чем мне это? Каждое движение, каждый человек, каждое слово всегда нам о чем-то. И если мы совсем зависнем на этом, на каждом слове, то у нас не хватит ресурса мозга. Представляете, как игрушка классно написана? У нас не хватит ресурса мозга. Мы реально будет подвешенный компьютер, который заклинен на каком-то персонаже. А вот в моменте здесь и сейчас синхронно научиться читать, осознавать, перебрасывать информацию и не давать ей переброситься сюда, а возвращать сюда, это было бы здорово. Но тогда, смотрите, целый механизм работает, вот как машина работает. Но тогда надо научиться читать жизнь. Вот мы сейчас в инфодайинге подошли к тому, что мы просто учимся читать, мы пока буквы изучаем. Но уже многие вещи, так хлоп-хлоп, это об этом, об этом, об этом, значит, здесь меняем, значит, здесь перебросили, пошли дальше. И таким образом складывается быстро. Поэтому инфодайинг за 6 лет и неполный еще и сделал такой объем работы, который мы сделали. Если каждый человек вот научится так жить, будет очень быстро развиваться и наука, и творчество, уйдут страдания. Наука, когда мы будем говорить не о той науке, которая сейчас, мы будем говорить о науке, которая целостная, которая впустила сознание в материю и осознала, и доказала, что материя создается из сознания путем уплотнения. Но сейчас даже разговаривать на эту тему с ученым-деятелем, это подвергнуться насмешкам. Разговаривала, знаю. Говорю опять-таки из собственного опыта. Так вот, чтобы не подвергаться насмешкам, иногда имеет смысл подождать. Смотрите, хлоп, полетели. Вот вам дельта образовалась для потери памяти, для сформирования следующей игры. И так каждый раз. И когда вот это дело видишь, тогда надо это вернуть и говорить, ну, ладно, хорошо, у них так, у меня так. И я делаю так, как надо мне. Потому что есть только моя реальность, а они – это мое зеркало. И если я отразила их, значит, я не догоняю вот таких и таких моментов. Значит, мне эти моменты надо прожить, догнать, осознать быстро. И тогда я сформирую другую науку. Понимаете? Вот такой подход. Тогда предназначение – это ваша звенящая струна в познании этой жизни через любовь, в познании любви через жизнь, что одно и то же. Потому что любовь – это жизнь, да? И тогда вы будете ценить и тело, и где находится тело, и в каком состоянии находится тело, и окружение этого тела и так далее, потому что это все вы выстраиваете сами, потому что без этого нет жизни. И тогда вам не нужен тот, кто вам назначает. Не нужен, вообще не нужен. Тогда вам нужны только вы. Вы нужны себе, вы ценны для себя, вы благодарите себя, и вы все делаете для себя. И когда вы счастливы в себе и кайфуете от жизни в себе, и когда вы читаете себя, вы учитесь читать жизнь. Представляете, когда проворот Тора. Меркаба сработала, да? Вот оно, вот эти ключевые моменты надо научиться ловить в своей жизни. Если это будет так, то вы увидите, что предназначением своим вы можете сделать все, что угодно, просто запросив, осознанно запросив у себя проживание той или иной грани любви, развернув ее для себя, осознав ее для себя, получив удовольствие для себя, перейдете к следующей. И это залог молодости и здоровья, и тогда не надо стирать память. Пока у вас работает вот этот автомат с переносом и требуется стирание памяти, вам требуется смерть. Вот это мы можем сказать на 200%. Это то, что мы сегодня четко осознаем, как работает этот механизм психики.
Ну, как-то так. Задавайте вопросы внизу. Возможно, будут интересные. На что-то отвечу. Мы скоро летим в Минск. Я уже очень хочу домой. Вы не представляете, как я хочу домой. Я хочу увидеть белорусское солнце, я хочу увидеть оранжевое листво, я хочу погладить свою любимую Джессику и затискать Мусю. Мне их не хватает, я их очень люблю. И животное – это тоже такой момент, когда мы познаем грань любви не я через животных. Представляете? И это тоже кайф.